Студия «Пародист». Спасибо. 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 Дорогие друзья, мы с вами встречаемся в праздничный день. Студия «Пародист». В день рождения господина Пупкина. И думаю, что многие из вас наверняка скинулись на подарок. Собственно, я благодаря этим сборам и выступаю. Меня когда пригласили, я подумал, это еще что такое? Это зачем? Что у нас, праздников мало, что ли? Чтобы за столом посидеть. А тут чей-то непонятный день рождения. Но когда мне назвали сумму моего гонорара за выступление, я понял, такой праздник нам нужен. Потому что очень важно для любого жителя России и других народов, когда тебя поздравляет президент твоей страны. И я хочу пожелать Пупкину Серафиму Матрасовичу крепкого здоровья, денежного благополучия. Кстати, о деньгах. Весь мешок принести сюда было очень трудно, поэтому попрошу Васю Петрова подойти ко мне после выступления. Я передам конверт. Да, ну и деньги в этот конверт, разумеется, он сам положит. Если вдруг кто-то будет возмущаться, что мало, обращайтесь ко мне сразу, незамедлительно. Дорогие друзья, я рад, что вы нашу встречу пригласили меня на эту встречу. И, кстати, все деньги от своего гонорара я хочу пожертвовать голодающим на дни рождения именинника. Пусть поедят. Студия «Пародист». И опять же, спасибо за это господину Пупкину. Побольше бы таких людей. Нам нужно чаще встречаться. Поздравляю вас. Всего самого доброго. Успехов.